Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами новым успехом. Я пригласил сегодня Ольгу Ханом. Ольга Ханом обратилась ко мне с ухудшением зрения на оба глаза. Правый глаз практически не видел. Этот глаз очень давно получил травму. После операции на обоих глазах она сегодня хорошо видит. И я хочу, чтобы она поделилась своими впечатлениями. Дорогие друзья, я нахожусь вот перед вами с четко видящими глазками. Но когда я обратилась к доктору Руслану, я правым глазом не видела вообще ничего уже лет 10. В общем, зрение у меня ухудшилось и на левый глаз. Доктор посмотрел мое состояние, сделал мне и на левый глаз, и на правый глаз сделал. Я сейчас вижу так, как будто я заново родилась. Вот хотите верьте, хотите нет. Я краски другие увидела. Я привыкла к одному цвету. Сейчас у меня другой цвет. И к нему тоже надо привыкать. Я просто благодарю руки золотые моего доктора Руслана. И он все-таки, я вам скажу, друзья, его Господь поцеловал в темечко. Талант, каких мало есть у нас на белом свете.